что привело там, где вот в больших суммах от нормативных затрат фонд оплаты труда был доведен к концу года, учреждение авансировали заработную плату своим работникам, а тем учреждениям, которые меньше нормативных затрат были доведены бюджетные ассигнования, те к концу года не имели средств выплатить заработную плату уже за отработанное время. С 2013 года планку майских указов по средней заработной плате достигла всего 8 учреждений Бурятии из 57. Одной из причин невыполнения указов счетная палата видит в чрезмерном премировании руководящего состава, который порой достигает 9 человек. У учреждений количество заместителей достигает 6, 7, 8 человек. Также мы причинами невыполнения считаем то, что есть работники, которые работу осуществляли в министерстве, а заработную плату получали в учреждениях за счет фонда учреждений. Помимо этого, за первое полугодие 2015 года Министерство образования выдало премии 6 руководителям учреждений. Они обошлись почти в 1 000 000 рублей. Причина – неисполнение майских указов президента. Мы позвонили пресс-секретарю ведомства, чтобы получить комментарий по этому поводу. А его нету. А где он? А я не знаю даже. Так, а кто-нибудь за него есть? По СМИ? Да. Нет, только он. А когда он будет на рабочем месте? Да даже не знаю. Я вот только пришла, нет его на работе. Однако дальнейшие попытки дозвониться до пресс-секретаря не увенчались успехом, а сам министр в настоящее время находится в отпуске. Светлана Шакунова, Вячеслав Батоев, Первое альтернативное.